Привет, дорогой зритель. Не буду затягивать. Подписывайтесь. Итак, приступаем к просмотру горячей новости. Топим. Президент России Владимир Путин не ожидает, что у России будут какие-либо потери из-за введения потолка цен на нефть. «У нас потерь не будет ни при каких обстоятельствах», — сказал Путин в контексте реакции на введение потолка цен Западом на российскую нефть на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию. Путин также отметил, что размер потолка примерно соответствует уровню рыночных цен на российскую нефть. «В этом смысле это решение нас никак не затрагивает. Нам, честно говоря, не это важно», — добавил он. «Что касается нашей реакции, то, я уже говорил, мы просто не будем продавать в те страны, которые такие решения принимают», — сказал Путин. Он также добавил, что конкретные шаги будут обозначены в указе президента, а также не исключил сокращение добычи, хотя никаких решений пока не принято. Потолок цен на российскую нефть касается не только государства, но и всех производителей. Если потребитель будет определять цену, это приведет к коллапсу отрасли, также отметил Путин. Отрасль и так недоинвестирована, недофинансирована, а если еще мы будем слушать только потребителя, то это инвестирование сведется к нулю, все это приведет на каком? То этапе катастрофическому всплеску цен и к обрушению мировой энергетики, вот к чему это приведет. Это глупое предложение, непродуманное и непросчитанное, сказал он. На этом все, друзья. Следите за новостями на канале. До новых жарких встреч!